Как выбрать преподавателя японского языка? Как проводится обучение на онлайн-курсах? Какая методика используется на уроках? Понравится ли методика обучения японскому языку и эффективна ли она? А понравится ли преподаватель? Какие материалы используются на уроках? Эти и многие другие вопросы волнуют тех, кто интересуется изучением японского языка на онлайн-курсах. Меня зовут Светлана Бычкова, и уже 16-й год я обучаю японскому языку и помогаю заговорить на японском языке. Итак, если вас интересует изучение японского языка на онлайн-курсах и у вас есть вышеуказанные вопросы, то приглашаю вас на открытый бесплатный онлайн-урок японского языка онлайн-курса «Классический японский для начинающих». На данном уроке вы посмотрите, как строится обучение, какая используется методика, в каком формате проводится сам урок, как работают учащиеся курса, а также вы сами сможете принять участие в уроке. Посмотрите, какие темы мы будем прорабатывать, и запишитесь на открытый бесплатный урок онлайн-курсов японского языка для начинающих прямо сейчас, так как количество мест очень ограничено. С вами была Светлана Бычкова. До встречи на открытом бесплатном уроке.